Вчера спросила я соседа, что значит этот праздник «Спас». Хотите, расскажу об этом? Недолгим будет мой рассказ. Сосед ответил в раздражении: «Да полно мне мозги темнить. Мы ходим на преображение в храм Божий яблоки светить. Не верю я в учение ваше, все это право дребедень. Ведь и отцы, и деды наши светили яблоки в сей день». Призвав на помощь Иисуса, обдумывала я ответ. А впрочем, я готов послушать, в раздумье вдруг сказал сосед: «Неправы были ваши деды, и яблоки здесь ни при чем. Мы в книге Нового Завета об этом празднике прочтем. Христос готовился на муки, осуществляя Божий план. Но к откровениям были глухи Иаков, Петр и Иоанн. Пред тем, как выйти на распятие, он взял с собой на гору их, и вдруг лицо его и платье преобразились в тот же миг. Он стал сияющим, как солнце, одежды белые, как снег, спускаясь складками виссона, прекрасный излучали свет. И вот явились с ним во славе и Илия, и Моисей. Они молитвой укрепляли его на битву для людей. Друзья лежали ниц во прахе, не смея головы поднять. И только Петр промолвил в страхе: «Трекущие здесь должны стоять. Как хорошо с тобою здесь нам, Рави! Побудем здесь еще». Но облако накрыло землю, и глаз из облака не сшел. Святое это повеление грядет к нам из глубин веков. К нему мое благоволение, сей сын мой, слушайте его. Он умер смертью крестной, чтобы нас всех принять в небесный дом. И я, поднявшись на Голгофу, преобразилась нынче в нем. Вот почему с усердным рвением на страже истины стою. И в праздник свят преображения я славу Господу пою. Вникая в Слово Божье глубже, уразумейте до конца: Христос спасает наши души, преображая в нас сердца. И потому на этом месте, чтоб слух Господний усладить, сегодня будем с вами вместе не яблоки, сердца святить. Аминь.